Здравствуйте, Владимир. Ну что, подождем еще минутку. Будем начинать. Добрый день всем. Значит, мы продолжаем после перерыва на каникулы обсуждать задачи unsupervised learning. И сегодня мы поговорим про задачу снижения размерности и связанные с этим маточные разложения. Значит, я бы сказал, что лекция называется «Вокруг SVD разложения». Но начинаем мы с такой задачи. Вот представьте себе, что у вас есть какие-то данные, и у вас есть огромное количество признаков. И вы подозреваете, что этих признаков как бы слишком много, что на самом деле информация, которая в ваших данных содержится, она, ну, в общем, ее можно писать проще. Иными словами, вы хотите снизить количество признаков, уменьшить количество признаков, но при этом сохранить содержательную информацию про все, что у вас в этих данных есть. Значит, вот такая задача называется задача снижения размерности. И можно про нее думать таким образом. Значит, вот представьте себе, что у вас есть какое-то многомерное пространство. Значит, у вас есть признаки x1, x2 и так далее, xn. И в этом многомерном пространстве, соответственно, есть ваши данные, какие-то точки. И вы при этом верите в то, что на самом деле ваши данные, или даже лучше сказать, то, что распределение, которое породило эти данные, оно на самом деле не захватывает все пространство. Оно захватывает какое-то подпространство, какое-нибудь подмногообразие или, в простейшем случае, какое-нибудь линейное или афинное подпространство. Ну вот можно представить себе, что у вас есть какая-то такая штука. Значит, вы предполагаете, что есть какое-то подмногообразие размерности меньше, чем n. И вы думаете, что все ваши точечки, все ваши данные лежат где-то на этом многообразии, ну или, по крайней мере, где-то близко к этому многообразию. Может быть, они от него немножко отклоняются, но сосредоточены примерно вблизи него. Соответственно, дальше возникает вопрос. Окей, если нам удастся это многообразие построить и ввести на нем координаты, то это означает, что мы сведем задачу к задаче меньшей размерности. У нас каждая точка будет записываться меньшим количеством чисел. Но, с другой стороны, если так окажется, что действительно все эти точки лежат на этом многообразии, то мы ничего не потеряем, не потеряем никакую информацию. Мы как-то один раз можем запомнить, как это многообразие устроено, но дальше мы можем решать всякие задачи уже в этих новых координатах. Допустим, задачу классификации, или задачу регрессии, или что-нибудь в этом роде. Вот. Ну, в простейшем случае, ну, естественно, с чего люди начинают? Вот есть такой абстрактный подход с многообразием, но абстрактное многообразие не совсем понятно, как вкладывать. И мы, естественно, начинаем с более простой вещи, а именно считаем, что наше многообразие — это просто финное подпространство.
Таким образом, задача оказывается такая. Значит, вот у нас есть набор объектов в каком-то многомерном пространстве, и мы хотим найти какое-то афинное подпространство меньшей размерности, к которому все наши точки близки. Давайте я нарисую двумерную картинку, потому что мне проще всего все-таки работать с картинками на плоскости. Значит, это выглядит как-то так. У нас есть какие-то данные. И мы хотим найти, ну, в данном случае мы хотим найти какую-то прямую, которая бы в наименьшей степени отклонялась от этих точек. Это, на самом деле, может показаться, что это то же самое, что задача линейной регрессии, но, и, в общем, то, как я сейчас это сформулировал, непонятно, чем это отличается от линейной регрессии. Но, на самом деле, это не задача линейной регрессии, потому что в линейной регрессии мы считаем, мы хотим минимизировать сумму вот таких вот отклонений по вертикали. А сейчас мы будем минимизировать сумму просто вот отклонений по перпендикулярам, вот таких вот отклонений. Там же еще непонятно, как целевую переменную, ну, надо ее каким-то эффективным образом выбрать. Или просто линейная регрессия сократит на один размерность пространства, разве нет? А нам хотелось бы как можно больше. Значит, да. Это просто немножко другая задача. То есть, действительно, в линейной регрессии у вас есть неравноправие, как раз у вас есть выделено вот это направление по вертикали, и есть неравноправие между независимой переменной и зависимой переменной. А сейчас у нас, поскольку у нас нет задачи линейной регрессии, у нас переменные равноправны, и расстояния будут считаться вот так вот. То есть, как бы моя идея сейчас такая, что я хочу сделать такую штуку. Я хочу спроектировать все мои точечки на какую-то прямую, так, чтобы ошибка, которая возникает при этом проектировании, а эта ошибка как раз вот в точности равна сумме, там, сумме квадратов вот этих вот отрезочков ортогональных, чтобы вот эта ошибка была бы как можно меньше. Ну, понятно, я нарисовал двумерную картинку. Понятно, что можно таким же образом задать эту задачу для произвольной размерности. Значит, у нас есть набор точек. Давайте я здесь немножко изменю обозначение. Пусть у меня вот эта размерность будет называться D. Здесь так вот должно быть. Значит, у меня есть набор точек. x1 и так далее, xn, принадлежащих пространству RD. Я хочу найти L, это некоторое подпространство в RD. Давайте считать, что L — это афинное подпространство, какая-то просто плоскость. Размерность L какая-нибудь фиксированная. Давайте я скажу, что она равна M меньше D. И я хочу сделать следующее. Я хочу, чтобы сумма квадратов... значит, вот я беру, проектирую ортогонально на плоскость. Давайте так обозначу. Значит, я проектирую на L ортогонально все точечки x и t. Значит, и я хочу, чтобы расстояние между такой проекцией и самой точкой x и t, чтобы вот такая вот сумма квадратов расстояния была бы как можно меньше. Значит, вот такая задача. Соответственно, я верю в следующее, что если так окажется, что на самом деле, что вот эта штука очень маленькая, то это как раз и означает, что все мои точки лежат, ну, почти на L. И дальше я могу там на этой L ввести какой-то базис и сказать, что отлично, я снизил размерность своей задачи, при этом не сильно потеряв.
Вот. А оказывается, что вот эта задача имеет явное решение, и мы сейчас это решение выпишем. Давайте смотреть, как это сделать. Значит, давайте я скажу вот что. Давайте я запишу матрицу, как обычно, матрицу объект-признак. Значит, вот у меня есть матрица X, которая состоит из x1 и так далее, xn. Значит, у меня здесь объекты записаны по строчкам, как обычно. Или можно думать про то, что в матрице x, наоборот, признаки записаны по столбцам. Вот. Давайте теперь, значит, я сразу сделаю такую вещь. Я на самом деле не хочу искать афинное подпространство. Я хочу искать линейное подпространство. Мне так проще будет. Поэтому давайте я сразу центрирую мою картинку. Это означает, что я требую, чтобы у меня средняя для каждого из значений признаков по всем объектам, чтобы эта средняя была бы нулевым. Иными словами, я требую, чтобы среднее каждого столбца в этой матрице было бы нулевым, и это всегда достигается просто сдвигом системы координат, то есть просто прибавлением к каждому столбцу константы. Значит, без ограничения общности. Считаем, что x житая средняя равняется нулю g от 1 до d. Сдвинем координаты. Сдвинем систему координат. Вот. Давайте теперь посмотрим на такую матрицу, которая называется x транспонированный x. Значит, что это за матрица такая? Значит, поскольку это x транспонированная, давайте я запишу эту матрицу так. У меня сейчас по строчкам здесь записаны признаки. Тут эти признаки записаны по столбцам. И дальше я считаю всевозможные скалярные произведения этих признаков. Но благодаря тому, что я потребовал, чтобы их среднее было бы нулевым, скалярное произведение — это с точностью до умножения либо на n, либо на n минус 1. Это просто ковариация. Фактически получается, что вот эта штука — это матрица, такая эмпирическая ковариационная матрица, матрица эмпирических ковариаций. Значит, у вас фактически получается вот такая матрица. Значит, мы с такой матрицей на самом деле уже сталкивались. Значит, вот такая вот штука получается. И это то же самое, что... Ну, давайте я напишу n минус 1 умножить на эмпирическую ковариационную матрицу для моих признаков. А почему эта матрица важна? Почему я ее сейчас выписал? Сейчас буду исследовать. Ну, дело в том, что давайте посмотрим на вот эту картинку. Почему тут так оказывается, что у нас действительно есть какая-то прямая, которая довольно неплохо аппроксимирует все точечки? Но это связано с тем, что у нас переменные x1 и x2 оказываются не независимыми. Более того, они оказываются скоррелированными. И понятно, что чем сильнее они скоррелированы, тем в большей степени у меня эти точки будут лежать вдоль какой-то прямой. Ну, собственно говоря, это
один из способов формализовать, так сказать, один из способов объяснить, что такое корреляция. Корреляция пропорциональна ковариации, если вы фиксируете дисперсии, и поэтому, в общем, логично, что мы хотим, значит, мы хотим что-то сделать с этими самыми ковариациями. В частности, можно заметить вот что, смотрите, что если я возьму и вместо моей исходной системы координат вот такой, рассмотрю новую систему координат, а именно вот такую, вот скажу, что вот это новая координата, и вот это новая координата, то вот в этой новой системе координат никакой корреляции между признаками уже нет. То есть, как бы, если я создаю новые признаки, которые устроены вот так, то эти признаки оказываются не скоррелированными. И то, что мы сейчас захотим сделать, это мы захотим сделать так, чтобы после какого-то преобразования матрица ковариации оказалась бы диагональной. То есть это означает, что все признаки будут не скоррелированными, у вас будут не нулевые числа стоять на диагонали, а все внедиагональные элементы будут нулевыми. Ну, давайте посмотрим, почему это можно сделать. Во-первых, что мы знаем про матрицу X, транспонированную X? Во-первых, эта матрица симметричная. Значит, это симметричная матрица. Ну, потому что если я транспонирую ее, то это все равно, что сделать вот такую штуку, получается она же снова. Ну, собственно говоря, это видно из вот этой записи, что она симметрична. Потому что скалярное произведение симметрично. А что вы знаете про симметричные матрицы? Какие хорошие свойства вы знаете? Значит, если у вас скалярное произведение стандартное, то симметричная матрица задает самосопряженный оператор. Она приводится там к хорошей форме. Да, а поподробнее. Любая матрица к какой-то хорошей форме приводится, смотря что считать хорошей формой. Ну, условно говоря, существует там базис, на котором эта матрица задает обычные стандартные Евклидовые произведения, насколько я помню. Существует базис, в котором эта матрица является матрицей стандартного скалярного произведения. Это правда. Да, и нам сейчас что-то похожее как раз потребуется. Да, но давайте я... Значит, те конкретные утверждения, которые нам сейчас нужны, такие. Значит... Если матрица невырожденная. Невырожденная. Ну, нам на самом деле сейчас не очень важно, вырожденная она или нет. Если так оказалось, что она вырожденная, то это просто означает, что у нас уже мы живем не во всем пространстве, а в каком-то подпространстве, но для текущей задачи это не страшно. Пусть она даже вырожденная. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что у симметричной матрицы, во-первых, все собственные значения вещественные. Во-вторых, существует... Ну, давайте я так напишу, что у нас... Существует ортогональный базис из собственных векторов. Ну, в частности, собственные векторы, соответствующие разным собственным значениям, ортогональны. Ортогональны относительно стандартного скалярного произведения. Но мы сейчас ни с каким другим скалярным произведением мы сейчас не работаем. Ну, собственно говоря, вот из этого утверждения в скобках сразу следует, что существует ортогональный базис, потому что у нас должно быть n
собственных. Значит, у нас есть n собственных значений. Дальше. Ну, там... Сразу не следует, потому что собственные значения могут совпадать. Да, значит, если там какие-то совпадают, то там нужно будет дополнительно сделать ортогонализацию. Это правда. Вот. И третье свойство, которое нам сейчас нужно для матрицы X, транспонированной X, это то, что эта матрица неотрицательно определена. И в частности, отсюда следует, что все собственные значения неотрицательны. Почему матрица X транспонированная X неотрицательно определена? Тут уже не всякая симметричная матрица неотрицательно определена. Почему такая матрица неотрицательно определена? Значит, неотрицательная определенность означает просто, что у вас... Что это значит? Что если у вас есть такое скалярное произведение... Ну, потому что там будет в итоге скалярное произведение вектора x самим собой. Да. Значит, утверждается, что вот такое скалярное произведение должно быть обязательно больше либо равняется нулю. Но понятно, что это скалярное произведение, это все равно, что u транспонированное x транспонированное x u. Или это все равно, что скалярное произведение x u на себя. И эта штука, конечно, больше либо равна нулю. Вот. Значит, я надеюсь, что все эти факты вам знакомы из линейной алгебры. В принципе, это все несложно доказывается. Как-то раз мне приходилось читать курсы типа «Линейная алгебра для тех, кто решил прийти в машинное обучение за три занятия». Значит, для людей без математической подготовки. И одна из... И, собственно, единственная теорема, которую я доказывал, это вот это вот утверждение, потому что оно доказывается очень просто. Ну, там доказывать то, что ортогональная база существует, это чуть сложнее, там нужно какую-то индукцию делать, в общем. Надеюсь, что вы во все это верите. И хорошо это помните из линейной алгебры. Вот. Значит, отлично. Смотрите. Что это означает? Это означает, что... Да, значит, я здесь написал, что существует ортогональный базис. Понятно, что базисные векторы можно, если есть ортогональные, то значит есть ортонормированные, потому что базисные векторы можно нормировать. Поэтому давайте я сразу напишу ортонормированный базис. Значит, что это означает? Как это все записать в матричной форме? Ну, это все означает, что можно матрицу X транспонированной X представить в виде C на некоторую матрицу. Давайте я обозначу сигма в квадрате на C в минус первое. Либо так, либо наоборот. Невозможно запомнить, где нужно поставить минус первую степень. Значит, это утверждение, то, что я сейчас написал, это просто утверждение о том, что существует какое-то переход к другому базису. Такая матрица сигма-квадрат. Матрица сигма-квадрат — это матрица, которая устроена так. Поскольку у меня все собственные значения неотрицательны, они являются квадратами каких-то вещественных чисел, значит, матрица сигма-квадрат — это матрица, как раз диагональная матрица, в которой стоят собственные значения. Такая вот штука. Значит, у нас C ортогональная, C ортогональная матрица. Поэтому на самом деле можно записать, что C в минус 1 — это C транспонированная. И можно теперь это переписать таким образом. X транспонированная X равняется C сигма квадрат C транспонированная. Или можно это переписать таким образом. Давайте я, значит, просто умножу на c транспонированное слева и на c справа.
И получается такая вещь. C транспонированная, X транспонированная. XC равняется сигма квадрат. Сейчас, правда, и свойств выше вроде как-то сразу не следует, что C ортогональная. Ну, Там как, вроде, там вроде, смотрите. там вроде просто матрица билинейных форм Нет, преобразуется с ну, помощью... сейчас, смотрите. Возможно, возможно, я уже забыл, что там на первом курсе. Смотрите, утверждается, что... значит, утверждается, что существует ортонормированный базис из собственных векторов. Давайте я векторы этого самого ортонормированного базиса запишу в матрицу C по столбцам. Тогда, если вы умножите, сделаете вот такую штуку, да, если у вас здесь в матрице C по столбцам записаны координаты собственных векторов матрицы X, T, X, то тогда вот эта штука — это диагональная матрица. Согласны? Это просто, ну, в точности утверждение про переход к другому базису, значит, поскольку в C записаны координаты новых базисных векторов в старом базисе, то в результате мы получаем нашу матрицу в новом базисе. Матрица в новом базисе, если это собственный базис, то она должна быть диагональной. Вот. Утверждение о том, что... Ну, и это как бы как линейные операторы преобразуются. Но из-за того, что наша матрица симметричная, и C можно сделать именно ортогональной матрицей, утверждение о том, что C ортогональная матрица, то есть утверждение о том, что C в минус 1 — это C транспонированное, это в точности то же самое утверждение, что и ортонормированность вот этого базиса. Это просто синонимы. Ортонормированность базиса в точности означает, что если вы умножите матрицу C, транспонированную на C, то вы получите единичную. Согласны? Ну да. Вот. Это автоматически означает, что действительно вот справедливо вот такое вот представление. Это просто матричная переформулировка утверждения, которое написано выше. Вот. Ну, то есть, как бы, линейная алгебра нас учит следующему, что если мы разрешаем себе только ортонормированные преобразования базисов, то тогда линейные операторы преобразуются точно так же, как билинейные формы. Ну и, собственно говоря, вот это утверждение. Вот. Ну и поэтому оно тут все так срабатывает. Вот. Теперь давайте посмотрим на вот эту штуку. Чего здесь сказано? Давайте я теперь обозначу. Давайте я теперь возьму вот эту вот вещь и обозначу ее за Y. Значит, у меня Y — это есть просто XC. Значит, смотрите, кто такая матрица Y? И это на самом деле вот что. У нас жила-была матрица X, в которой по столбцам были записаны какие-то признаки. А потом мы взяли и с помощью матрицы C записали какие-то линейные комбинации, которые из этих признаков составлены. То есть матрица Y — это на самом деле некоторая новая матрица признаков, которая получена, признаки матрицы Y получены просто как линейные комбинации признаков матрицы X. Потому что ровно так работает матричное умножение. Значит, если вы внимательно посмотрите, то умножение на матрицу справа, умножение на матрицу X справа — это просто вычисление каких-то линейных комбинаций столбцов. Значит, это новые признаки. Или можно сказать просто, что вот у нас была какая-то система координат исходная, а мы сделали замену этой системы координат с помощью матрицы C,
И Y — это на самом деле координаты наших точек, только в новом базисе. Но опять же, мы знаем, что для того, чтобы перейти, значит, для того, чтобы записать координаты в новом базисе через координаты в старом базисе, нужно домножить на матрицу C правильным образом. Но в данном случае мы домножаем строчку на матрицу C слева. Это все равно, что домножить столбец на матрицу C, транспонированное справа. И это, в общем, отвечает переходу к новому базису. Вот. Значит, давайте посмотрим, что теперь у нас есть. Смотрите, мы знаем, что матрица, вот эта вот новая матрица объект-признак в новых координатах, у нее все ковариации. Значит, в общем-то, мы добились того, чего хотели. Потому что у нас теперь остаются только ковариации, которые стоят на диагонали. Вот то, что здесь написано, вот эта штука, это в точности наша Y, транспонированная Y. Значит, и вот она как раз диагональная. То есть мы видим, что новые признаки не скоррелированы. И, в общем, это победа. Ну, я сейчас объясню, в каком смысле победа. Давайте я сделаю еще один шаг и перейду отсюда к SVD-разложению. А именно, давайте я скажу вот что. Теперь матрицу. Значит, вот я хочу сейчас домножить на что-то вот эту вот матрицу, так, чтобы вот здесь получилось бы вообще тождественное. И давайте я сделаю вот что. Давайте я просто домножу на сигму в минус первый тут и здесь у меня y транспонированная, и здесь я домножу на сигму в минус первый. Ну, давайте напишу сигму в минус первый транспонированная, хотя сигма — это диагональная матрица, поэтому от того, что я ее транспонировал или транспонировал ее обратно, ничего не меняется. Значит, чего это я такое записал? Значит, во-первых, я знаю, что вот эта штука — это тождественная матрица просто. Во-вторых, давайте теперь посмотрим, чего у меня произошло. Значит, я знаю, что значит, вот эта вот штука, которая здесь написана по столбцам в матрице Y, вот эти векторы, они ортогональны. Оказывается, что если я их теперь домножу еще вот на эту вот сигму в минус первой, то они оказываются не просто ортогональными, а ортонормированными. Давайте я теперь вот что сделаю. Давайте я теперь обозначу вот эту штуку через то ли U, то ли V. Давайте я ее обозначу через V. Я хочу сейчас выразить мою исходную матрицу X в виде вот такого произведения. Значит, давайте восстановим. У меня X — это есть C транспонированное Y. А с другой стороны, Y — это есть значит, V, Y, V, сигма. да, это есть, сейчас я пытаюсь понять, с какой стороны я хочу сигму написать, сигма V. Вот так вот. Значит, таким образом, X — это и есть C транспонированная сигма V. Значит, чем замечательны матрицы C и... Подождите, есть же разница. Ну, по идее, только справа можно.
У нас же сигма диагональная, но не Справа, да. Да, я согласен. скалярная. Сейчас, давайте посмотрим, правильно ли я все умножил. Значит, если мне известно, что v равняется y на сигму в минус 1, то я должен умножить на сигму слева, и как раз получается то равенство, которое я написал. Все верно. Нет, стоп, подождите. Справа надо же умножать. Ну, у нас сигма минус первый справа. Нужно, чтобы получилось справа y, Да. нужно справа домножить на сигму. Частью Да, равенства. так, значит, я неудачно. Сейчас, секунду. Не должно такого получаться. Значит, сейчас. Возможно, можно запихнуть сигму минус второй между y, транспонированный y. По-моему, должно работать. Да, только... Если там все нормально будет с размерностью. Сейчас. Нет, сейчас у нас с размерностями все будет нормально, потому что сигма квадратная матрица. Или нет? Сейчас, секунду. Я, наверное, вообще не совсем удачно здесь равенство записал, потому что я предполагаю, что сигма Не будет все нормально, не будет. обязательно невырожденная. Сейчас, секунду, простите. Значит, чего я утверждаю? Я утверждаю, что... Значит, у нас... Значит, чего я хочу? Я хочу векторы, которые у меня здесь живут, я хочу их нормировать. То есть это означает, что я хочу каждый столбец умножить на константу. Чтобы умножить на константу столбец, мне нужно с y чего сделать? Умножить его справа или слева на матрицу, на диагональную матрицу. Это всегда сложно. Значит, Слева. Слева, нет? Слева умножить на диагональную матрицу, тогда действительно... Только там уже не на матрицу сигма, там на матрицу размерности n придется умножать, а не d. Значит, вот у меня есть, значит, вот у меня есть Y первое и так далее, YD. У меня есть вот такая матрица. Да, мне пока что размерность не поменялась. Дальше. И если я ее домножаю на матрицу... Значит, сигма — это у меня матрица Д на Д. D на D. Значит, если я хочу каждый столбец умножить на какое-то число, то давайте... Значит, если у меня здесь сигма в минус первый, что у меня получится? Так нельзя, потому что сигма минус первый d на d, а эта Да, не матрица получается. это n на d. Значит, нужно с другой стороны умножать. Почему тогда у меня не сходится? Да, получается, что нужно домножить все-таки справа, как я здесь записал. Сейчас, а тогда у меня вот здесь формула не сходится. Почему она мне не сходится? Сейчас, секунду. А сильно плохо будет, если написать, что v это сигма в минус первый y транспонированное. А ну там формула опять будет не очень хорошая, да. А
там формула точно не что-то типа там C транспонированная, V транспонированная, сигма? Нет, формула абсолютно точно такая. Здесь должно быть две ортогональных матрицы, а посередине должна быть диагональная. Это как раз СВД разложение. Так, ну почему оно у меня не Ну, в складывается? смысле, C транспонировано, сигма, V транспонированы. В этом спонировании так-то ортогонально. То есть, если записать здесь вместо V, V транспонированное, то получится диагональное между двумя ортогональными. И если, значит, если сказать, что V равняется Y сигма в минус первой, сейчас. А, нет, я не прав. Сейчас там похитрее тоже. Не получится. Не прав. Сейчас, одну секунду. У меня есть шпаргалка в виде лекции прошлого года. И тут у меня как-то все сложилось. Так, значит, Y равняется XC. Значит, здесь у меня было, что, значит, какая матрица у меня здесь получается матрицей U? В качестве матрицы U у меня оказывается матрица XC на сигма D в минус первой. Вот как. Окей, давайте попробуем. Значит, сейчас. Давайте пока вот это вот дело сотру. Значит, записываем таким образом. Y — это есть час. Значит, я говорю следующее, что x — это есть xc на c транспонированное. Во. Да, с другой стороны, надо было действовать. Значит, теперь мы знаем, что вот это наш y. И у y... Значит, и вот сейчас как раз, вот сейчас как раз все получится. Сейчас как раз мы можем записать, что значит, давайте Y, значит, действительно нужно было домножить не с той стороны, вот так нужно было домножить. Значит, теперь, если вот эта штука — это Y,
Значит, что здесь получается? Я хочу представить Y в таком виде, как произведение некоторой. Значит, я хочу записать Y как произведение некоторой ортонормированной матрицы. Ну, давайте я ее обозначу U с волной. На некоторую диагональную матрицу. Это, видимо, будет как раз сигма. Ну, почему это так? Потому что я знаю, что y на сигму в минус первый ортонормировано. Значит, давайте я вот эту матрицу как раз обозначу через u с волной. Тогда, да, вот теперь все верно. Значит, y равняется u с волной на сигма. И теперь мы получаем то, что хотели. U с волной. Сигма С транспонирована. Значит, вот эта матрица. Вот эти две матрицы ортонормированные, ортогональные. А вот эта матрица посерединке диагональная. С неотрицательными элементами. Вот. Согласны, верите теперь в то, что я правду написал? Да. Вот. То есть, смотрите, что получается? Получается, что любая матрица X представляется в виде произведения трех матриц. Две из которых, ну, собственно говоря, обычно это записывают вот так, по-моему. Значит, две из которых, вот эти вот, которые по бокам, это просто ортонормированные матрицы. И сигма диагональная с неотрицательными элементами. Это и называется СВД разложение. Сейчас, ну, наверное, не прям любая, там нам в какой-то момент понадобилось, чтобы сигма была невыраженной, то есть у которой Да, но на нет, самом ну, деле, такой, у ну которой. да, вот здесь в выводе и я требовал, значит, в выводе я здесь использовал то, что у меня сигма в минус первое определено, но на самом деле это... Давайте сейчас я скажу пару слов по поводу того, что происходит, если у нас здесь возникают какие-то вырожденные штуки. Значит, на самом деле в этом случае просто изменяются размерности. Окей. Сейчас. Значит, на самом деле, если сигма содержит нулевые элементы, ну, к чему это приведет? Это приведет к тому, что, например, вот в этом произведении у нас, ну, как это работает, смотрите. Вот пусть у нас матрица сигма, у нее вот какие-то элементы не нулевые, а потом идут нули. Это означает, что если я вот здесь вот беру и домножаю какую-то матрицу на нее, то вот эти столбцы никак не влияют на результат. Значит, мне нужно добиться, то есть фактически я могу сделать следующее. Я могу взять первые собственные векторы. Сейчас. Значит, как это сформулировать так аккуратно? Значит, я хочу сказать, что вот это равенство, оно все равно будет верным, даже если матрица сигма является вырожденной. Что все равно можно подобрать вот такую матрицу с крышечкой, у с волной, которая сделает так, что это равенство будет верным. Ну и идея такая, что значит, можно выбрать... чем мы говорим? Мы говорим, что у нас у матрицы Y, в матрице Y записаны по столбцам какие-то ортогональные друг другу векторы.
Но при этом, если матрица Y вырождена, то что это означает? Это означает, сейчас, секунду. Ну, собственно говоря, у нас просто в матрице Y какие-то столбцы будут нулевыми. Да, похоже это на правду. В общем, короче говоря, можно аккуратно обработать случай, когда матрица сигма вырожденная, и все равно это разложение будет верным. Хотя в том выводе, который я делал, действительно, это требуется обрабатывать отдельно. Значит, эта штука называется Singular Value или сингулярное разложение. Собственно говоря, сингулярными числами называются вот те самые числа, которые стоят на диагонали матрицы, этой матрицы сигмы. Вот. Значит, почему эта теорема хорошая и чем она нам поможет, и вообще, почему ее любят в машинном обучении? Значит, смотрите, во-первых, давайте вернемся к нашей задаче про поиск подпространства, которое хорошо приближает наши точки. И если сформулировать эту задачу в матричных терминах, то фактически мы хотим сделать вот что. Значит, мы хотим сделать матрицу, значит, мы хотим построить некоторую новую матрицу признаков, так, чтобы у этой новой матрицы признаков ранг был бы меньше, чем у исходной. То есть фактически мы хотим сделать какую-то такую штуку. Значит, вот мы хотим, у нас была матрица X, мы хотим от этой матрицы X перейти к какой-то новой матрице XK, так, чтобы, или давайте XM, я там, кажется, M использовал, так, чтобы ранг, так, чтобы ранг XM был бы равен M. Ну, не больше, по крайней мере, был. Это как раз и есть наша задача спроектировать все точки на какое-то подпространство меньшей размерности. То есть, если так оказалось, что все точки лежат на подпространстве меньшей размерности, то это просто означает, что ранг матрицы объект-признак в точности равен размерности вот этого самого подпространства. Значит, теперь таким образом возникает такая задача. Смотрите. Значит, можно переформулировать нашу задачу про отыскание, значит, оптимального подпространства. Таким образом. Значит, давайте я на матрицах введу такую норму. Буду рассматривать матрицу просто как вектор, состоящий из, ну, просто как элемент соответствующего векторного пространства. И буду рассматривать вот такую норму на матрицах. Тогда у нас задача возникает такая. Я хочу среди всех матриц, значит, вот у меня есть матрица X, а я хочу найти матрицу XM, так, чтобы вот эту норму минимизировать, ну, допустим, квадрат этой нормы. При этом ранг XM равняется M. Значит, минимизирую я как раз по вот этому XM. Это, в общем, ровно то самое, ровно та же задача, которую мы только что обсуждали. Только я ее переформулировал вот в таких вот матричных терминах. И оказывается, что она решается таким образом. Значит, теорема состоит в том, что XM устроена так. Давайте возьмем матрицу X, разложим в SVD-разложение. И тогда давайте у вот этого сигмы возьмем первое
значит, занулим все значения, кроме первых m. Да, и, значит, давайте сразу скажем, что у меня изначально в матрице сигма для определенности давайте я потребую, чтобы сигма была обустроена как S1 и так далее, SD. И давайте я требую, чтобы у меня эти самые сингулярные значения не возрастали. После этого вот это разложение становится однозначно определенным. И что я делаю? Я просто беру и в матрице сигма зануляю самые маленькие, сколько-то самых маленьких значений, а все остальные остаются какими были. И тогда xm — это просто то же самое, что взять вот это разложение и в нем заменить сигму на сигма m. На самом деле можно теперь вот что сказать. Из-за того, что у нас у сигма m есть только вот этот вот кусочек не нулевой, а вот тут вот сплошные нули и тут тоже сплошные нули, это означает, что мы вместо вот этих u и v, значит, опять же, можем откинуть, значит, давайте смотреть. Мы можем откинуть... значит, какое-то количество столбцов здесь и количество, какое-то количество строчек здесь. И, в общем, получается такая штука. У m сигма m в это m, где у m и в это m и Vm, это мы оставили у матриц только m первых столбцов. Вот. Почему это так? Почему действительно именно вот такая процедура позволяет нам найти такое низкоранговое представление, низкоранговое приближение для нашей исходной матрицы X. Ну, давайте посмотрим. То есть это решение задачи, чтобы, короче, M фиксировано. То есть мы... M фиксировано, да. M мы изначально задаем M. Я изначально говорю, я хочу найти пространство размерности. Допустим, у меня было изначально 100-мерное пространство. Я говорю, я хочу найти подпространство размерности 2, которое бы наилучшим образом, от которого наши точки бы отклонялись бы как можно меньше. Ответ нужно просто оставить вот в этой вот матрице только первые два самых больших сингулярных значения, и все. И это и получится то, что мы хотели. Значит, почему это так работает? Ну, давайте посмотрим на картинку. Давайте вернемся вот к этой картинке. Значит, смотрите, допустим, я перешел в базис. Допустим, я перешел в собственный базис для матрицы X, транспонированной X. То есть это означает, что я рассматриваю новую систему координат, вот такую. В этой системе координат мои признаки не скоррелированы. И дополнительно они упорядочены. Значит, вот давайте я скажу, что вот эта штука называется первой главной компонентой, вот эта координата. Вот эта координата называется второй главной компонентой. Значит, они оказываются не скоррелированными, и они оказываются упорядоченными по дисперсии. Значит, тут у меня дисперсия первой главной компоненты максимальна, дисперсия второй главной компоненты минимальна. Теперь, если я хочу... Ну вот давайте в этих новых координатах. Теперь, если я хочу выбрать такое направление,
вдоль которого у меня, ну, как бы, у меня сейчас такая задачка возникает. И я хочу найти такое направление, что если мы спроектируем мои точки на это направление, вот так вот, то дисперсия того, что получилось, как бы дисперсия точек вот в этом направлении должна быть минимальной. Но если я эту дисперсию просто запишу в координатах, то получается следующее. Ну, что у меня здесь? Это уже после отыскания афинного подпространства, да? Да. Ну, сейчас я пытаюсь сказать, что вот в этой задаче... Ну, просто мне казалось, что PC1 как раз и является нашим этим афинным. Совершенно верно, да. Именно это я сейчас пытаюсь сказать. То есть, как бы, с одной стороны, после того, как эта картинка нарисована, это кажется более-менее очевидным. Но что я хочу сказать, что вот сейчас мы сказали, что просто PC1 и PC2 это вот мой собственный базис для X транспонированный X. Значит, единственное, что я сейчас про это знаю, это то, что, во-первых, то, что корреляционная матрица в этом базисе. Давайте так, я запишу Y, это координаты в новом базисе, точнее, новые признаки. Я хочу сказать следующее, что если я вот в этом сейчас новом базисе хочу найти какое-то направление, вдоль которого хочу сделать так, чтобы вдоль этого направления проекция была маленькой. Ну вот, допустим, что у меня вот такая история, смотрите. Значит, вот у меня есть мой PC1 и PC2. И вот у меня здесь точки лежат. Значит, дальше что я говорю? Допустим, что у меня есть, допустим, что я хочу спроектировать все эти самые точки на какую-то прямую. Так, чтобы сумма квадратов вот этих отклонений, вот таких вот отклонений, была бы как можно меньше. Ну, иными словами, это означает следующее. Я могу подбирать не вот эту прямую, а я могу подбирать, наоборот, ортогональную прямую. Так, чтобы сумма квадратов проекций моих точек на вот эту вот ортогональную прямую была бы как можно меньше. То есть фактически происходит следующее. Я хочу выбрать такой вектор, чтобы сумма квадратов проекций всех моих точек на этот вектор, ортогональных проекций, чтобы она была бы как можно меньше. Но что это означает? Смотрите, что такое вот эта самая сумма квадратов проекций на этот вектор? Вот пусть у меня есть какой-то вектор, допустим, U, значит, это некоторый единичный вектор. И я сейчас хочу выбрать его таким образом, чтобы сумма длин проекций на вектор U ортогональных для всех точек, ну теперь они уже Y, Y и T. Значит, хочу минимизировать вот такую штуку. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Значит, если я хочу посчитать проекцию, значит, если у меня вектор U единичный, то посчитать длину проекции какого-то вектора Y и T на вектор U, это все равно, что посчитать их скалярное произведение. Значит, фактически здесь написано вот что. Здесь написано сумма по I от 1 до N, вектор U с Y и там, в квадрате. Вот такая штука.
С другой стороны, можно теперь это записать в матричной форме, а именно заметить, что вот эта вещь, это и есть такая штука. Значит, мне нужно взять y, умножить его на u, а тут взять y транспонированное и умножить на u транспонированное. То есть это будет как раз, я беру вот эту матрицу, как бы квариационную матрицу, и рассматриваю как матрицу билинейной формы и смотрю значение этой билинейной формы, точнее квадратичной формы на векторе u. И если я все это сделаю, то теперь видно, что поскольку у меня матрица y транспонированная y просто диагональная, допустим, вот у меня по диагонали есть какие-то числа с 1, с 2, то задача просто сводится к тому, что мне нужно минимизировать вот такую штуку. Вот такую штуку минимизировать при условии, что у 1 в квадрате плюс у 2 в квадрате равняется единице. Ну, то есть, короче говоря, задача сводится к такой. У меня есть какая-то вот такая вот функция, да, и мне ее нужно минимизировать на окружности. Ну, понятно, что минимум достигается вот в этой точке. То есть это как раз означает, что у меня, что направление, вдоль которого нужно проектировать, это в точности вот это направление. Короче говоря, нужно просто отбросить вот эту координату, занулить ее. Ну и на самом деле это ровно то же самое, что происходит, когда мы вот в этой матрице зануляем, ну в данном случае, если я в этой матрице зануляю какие-то значения, то это как раз означает, что я проектирую всю эту штуку на подпространство, натянутое на первое m базисных векторов вот в этом вот. А честное доказательство муторное, да? Ну, если доказывать в общем случае, ну, оно там ровно так и доказывается. То есть там можно по очереди. Ну, как бы смотрите, вы выбираете то, так сказать, можно так по индукции доказывать. Вы там, хотите снизить размерность на сколько-то. Ну, вот сначала вы снижаете ее на единичку. Для этого вы выбираете направление, вдоль которого проекция будет как можно меньше. Это в точности направление, которое соответствует самому маленькому собственному значению. Потом вы выбираете второе направление, как бы вот вы теперь спроектировали все на пространство размерности на единицу меньше. И в этом пространстве на размерности на единицу меньше снова выбираете направление, которое будет давать как можно меньше разброс. Значит, это будет в точности направление, которое соответствует второму собственному значению. Ну и так Сейчас, далее. А так работает, что как бы да. сумма оптимальных шагов? Работает. Тут индукцией вообще можно пользоваться? То есть, работает. Ну, то есть мы говорим, что вот, допустим, чтобы снизить на k, было, надо было действовать вот так, а чтобы снизить на k плюс 1, нужно вот просто вот к тому, что мы снизили на k, еще сделать, еще убрать самое маленькое собственно, да, значение. Да, я как раз... А что если можно сделать как-то снизить на k плюс 1 так, чтобы, ну, вообще по-другому? Ну, то есть, да, не знаю, я, может, криво выражаюсь. Нет, все, я понимаю, о чем вы говорите. Я сам об этом думал буквально 2 часа назад, значит, когда вспоминал этот сюжет. Ну, смотрите, как бы какая идея. Ну, вот, допустим, что я хочу выбрать, вот, допустим, это трехмерное пространство, и я хочу выбрать одномерное подпространство. Допустим, у меня m равняется единице, а d равняется 3. Я могу сказать вот что. Давайте, значит, что я хочу сделать? Вот у меня есть два вектора теперь. Я буду выбирать два ортогональных вектора, которые будут мне задавать ту плоскость, ну, которая будет ортогональным дополнением вот к этой вот, к той искомой, к тому искомому подпространству, которое мне нужно. Значит, давайте смотреть. Во-первых, я могу зафиксировать один из этих векторов.
а другой развернуть. Сейчас. А нужно ли мне, чтобы они были ортогональными? Сейчас, кажется, если я требую, чтобы они были ортогональными, то это здесь может такое не пройти, но... Нет, слушайте, я прошу прощения, я, видимо, сейчас не скажу, как это делается. Мне кажется, что здесь есть какое-то простое рассуждение, которое говорит, что можно действительно убивать по единичке, уменьшать размерность по единичке, и что это действительно приведет к оптимальному решению. Но что-то я сейчас... то рассуждение, которое у меня было в голове, кажется, не срабатывает, потому что мне нужна ортогональность моих векторов, а она у меня там в какой-то момент теряется. Но... в общем, короче говоря, это правда, но что-то я сейчас немножко забыл общее доказательство в общем случае. Ну, окей, хорошо. Вот. Значит, соответственно, вот эту вот систему координат, которая у нас в результате получается, называется системой главных компонент. Ну, как бы вот эти самые координаты, они называются главными компонентами. Но при этом как бы, главных компонент столько же, сколько было исходных координат, но просто они теперь упорядочены по тому, насколько они главные. Есть первый главный компонент, второй главный компонент, третий и так далее. Вот, соответственно, дальше идея состоит в том, что вы переходите в эту систему координат из главных компонент и просто убиваете какое-то количество этих самых, тех компонентов, которые наименее главные. Вот, естественно, вы при этом теряете какое-то количество информации, но зато снижаете размерность. Вот. Значит, на самом деле у этой истории про метод главных компонент есть... ну, на самом деле, мне кажется, что это дико важная вещь. Например, вот помните, когда мы обсуждали линейную регрессию, мы там говорили, там, допустим, на семинарах обсуждалось, что если у вас есть скоррелированные признаки, то есть если у вас, например, есть x1, x2, они скоррелированы, то там это не очень хорошо для линейной регрессии. Линейная регрессия начинает выдавать большие ошибки, что у вас там возникают какие-то большие коэффициенты, и там нужно вводить какую-нибудь регуляризацию и так далее. Вот. Но на самом деле, если мы знаем про метод главных компонент, то мы можем легко объяснить, почему это так происходит. Дело в том, что если у нас есть вот такая картинка, мы можем сразу же ее можем сразу же свести ее к вот такой картинке, просто поворотом системы координат, которая вообще ни на что не влияет. В случае с линейной регрессией, даже если у вас есть линейная регрессия с регуляризацией, если у вас, например, регуляризация L2, то, в общем, вот такой вот поворот системы координат ни на что не повлияет совсем. Ну, давайте думать про регрессию без регуляризации. Вот. А дальше понятно, что вот в этой системе координат видно, что у нас просто возникает признак, у которого маленькая дисперсия. Ну и за счет того, что у него маленькая дисперсия, вдоль этого признака все шумы приводят к тому, что соответствующие коэффициенты становятся очень шумными. То есть если у вас есть одинаковый уровень шумов, допустим, вот для значений Y вот здесь вот, то за счет того, что у вас здесь большое расстояние, на коэффициентах это отражается слабо. А здесь на коэффициентах это будет отражаться сильно. Но это вот ровно сюжет, который мы там обсуждали в какой-то момент. Я там какую-то конкретную картинку рисовал из четырех точек. И мы видели, как в зависимости от дисперсии признака влияние шума в этом признаке на предсказание меняется, что чем меньше дисперсия, тем больше влияние шума на шумность соответствующего коэффициента. Вот. Ну и, соответственно, здесь видна связь между скоррелированностью признаков здесь и низкой дисперсией одного из признаков, собственно говоря, второй главной компоненты здесь. Вот. Ну, вот такая вот история про
про главные компоненты. Значит, на семинаре, возможно, вы будете заниматься тем, что искать главные компоненты для пространства фотографий лиц. Выяснится, что есть собственные векторы, которые соответствуют там глазам, носу, еще чему-то. Это довольно забавно видеть. Вот, ну хорошо. У нас будет понижение размерности до какого-то стрёмного многообразия, а не афинной плоскости? Или нет? А, Или да, тогда не смотрите, простой значит, материал? вообще задача про понижение размерности для нелинейных штук, это такая, ну, есть очень много разных подходов. Есть, например, штуки, которые просто ориентированы скорее на визуализацию. Ну, вообще, зачем нужно вот это понижение размерности? Одна из целей состоит в том, чтобы просто хоть как-то посмотреть на картинку. Потому что если у вас есть данные в 100-мерном пространстве, вы не можете, например, нарисовать скатерплот в 100-мерном пространстве. А если вы все спроектируете на плоскость, то никаких проблем тут нету. Нарисуете картинку, что-то увидите на этой картинке. Вот. Но есть разные методы, которые позволяют просто рисовать картинки, и которые не предполагают никаких условий линейности. Например, есть TSNI, есть UMAP, и есть из более классических, есть, например, Multidimensional Scaling. Значит, эти штуки, они не столько предназначены для того, чтобы искать какие-то именно там, какую-то иерархию вот этих самых направлений, вдоль которых у вас дисперсия падает, а они предназначены для того, чтобы просто рисовать картинки. Значит, там у них разные алгоритмы. Вот этот MDS работает проще всего. Он просто пытается вложить ваше многомерное пространство в маломерное, так чтобы не пытается найти конкретное под многообразие, он просто пытается сделать вложение так, чтобы минимизировать, так чтобы расстояние между точек, всевозможные расстояния между точками сохранились как можно лучше. Это называется multidimensional scaling. Значит, это не совсем задача такого поиска многообразия, но эта задача похожая в том смысле, что в результате вы получаете картинку на маленьком многообразии. Хотя как она связана с исходным, не вполне понятно. Значит, вот эти вот методы, они устроены там чуть-чуть похитрее. Я, честно говоря, не понимаю, как устроен UMAP. В какой-то момент я попал на семинар, в котором рассказывалось про то, как устроен UMAP. И все начиналось с того, что вводился какой-то жесткий такой теоретико-категорный аппарат. И, значит, я довольно быстро потерялся. Теоретически UMAP должен работать довольно неплохо, но, в общем, это все не совсем понятно, как это формализовать. Значит, TSNE работает тоже, тоже рассматривается. Значит, TSNE, мне кажется, в какой-то мере похож на этот multidimensional scaling. Это тоже штука, которая просто рисует какую-то картинку, так, чтобы сохранялись некоторые соотношения между точками, в частности, там, чтобы плотности не слишком сильно менялись, грубо говоря. Вот. Но, опять же, это не совсем задача именно поиска многообразия. А конкретно для задачи поиска многообразия есть разные методы. Есть как бы какая-то классика, manifold learning. Есть, например, штука, которая называется IsoMap. Значит, ну, собственно говоря, самый простой подход к manifold learning это в том, что вы делаете что-то очень похожее на метод на вот этот самый PCA, но просто, ну вот, представьте себе, что у вас есть какая-нибудь штука. Значит, вы берете какой-то кусочек, и в этом кусочке пытаетесь сделать что-то вроде метод главных компонентов. Потом берете другой кусочек и в этом другом кусочке пытаетесь сделать что-то вроде метода главных компонентов. То есть, в принципе, это как бы естественная попытка применить тот же самый метод к нелинейным задачам. У вас возникает какая-то такая поверхность.
Вот. И есть другие подходы. Например, есть штука, которая называется автоэнкодерами. И это уже штука, которая использует там какие-то нейросетевые архитектуры. И она, в общем-то, в точности ориентирована на то, чтобы выучить произвольно вложенное многообразие, что у вас есть как угодно параметризованное многообразие, вложенное в объемлющее пространство. И вы выучиваете, соответственно, отображение, которое делает это вложение, и отображение, которое проектирует ваши точки на это многообразие, ну, там с некоторыми ограничениями, и вы хотите, чтобы в результате точки не слишком сильно сдвигались. Вот. В общем, тут есть какая-то довольно обширная наука, использующая разные методы для разных задач. Вот. Но надо сказать, что, как обычно, самая главная интуиция приходит как раз из линейных методов. И поэтому про линейные методы мы обычно рассказываем там во всех базовых курсах. Ну, а дальше, в общем, можно посмотреть, для конкретных задач посмотреть, как это делается, какие еще есть методы. Вот. Ну, вот как-то так. Можно узнать, что по поводу домашек? Когда будут проверены старые, то как-то уже, не знаю, Так. по-моему, не очень здорово получать результаты домашек, которые ты делал 3 месяца назад, потому что ты уже ничего не вспомнишь, что там было, и какие-то комментарии просто как бы в Так, сейчас, пустоту. насколько я понимаю, все теоретические домашки проверены. По крайней мере, вчера вечером я разговаривал с Максимом, и он обещал оценки выставить по последней теоретической домашке, которая там была, это, кажется, четвертая. Значит, я так понимаю, что не проверена, остается пятая домашка, да? Ну, третья тоже практически уже, Третья по крайней лава, мере, не да. проверена. Сейчас, а третья, Она третья была это там что? 1 марта. Это вообще метод ДК ближайших соседей, А, мне там это говорят. практическая домашка. Я понял, да, хорошо. Чего будет, ну, будущих домашек? Окей, я думаю, что мы сейчас быстренько ускоримся и за недельку все это проверим. Вот, значит, новых домашек у нас не будет, но я думаю, что я выложу какое-то количество задач, которые вы можете порешать, чтобы подготовиться к экзамену. Экзамен у нас, видимо, будет через 2 недели. Вроде бы, если это ничему не противоречит, если нет какой-нибудь противоречия к этому информации из учебного офиса. В конце мая Ну, это отвратительная новость. А почему? Ну, потому что все поставили миллиард дедлайнов на конец мая, там типа курсовая и куча всего. Нет, а просто проблема в том, что сейчас я понял. Тут, видимо, опять конфликт интересов между третьим и четвертым курсом. Потому что четвертому курсу я просто обязан выставить оценки не позже 31 мая. Но хорошо, смотрите, если это очень плохо, то, может быть, мы можем сделать два разных экзамена для третьего и четвертого курса. И экзамен для третьего курса сделать попозже. Это лучше будет так? Ну, вероятно, не знаю, я думаю, стоит как-то обсудить это с большим количеством людей. Ну, сейчас обсудим, да. Хотелось бы увидеть в каком-то виде накопленную оценку. Накопленную оценку, я думаю, что она. Ну, значит, у нас там Просто есть. там по-разному оценивались разные там домашки, весили кто сколько. Ну, значит, у нас есть из текущих заданий это только соревнования. Значит, домашки мы проверим. Я думаю, что за неделю у нас будет некоторое приближение к накопленной оценке. Ну вот, кроме соревнования, которое идет прямо сейчас. Вот. А про экзамен тогда действительно, видимо, нужно обсудить. И как-то мне сказали, что нужно четвертому курсу все оценки выставить. И я подумал, что так иначе курс потихоньку заканчивается. Подумал, что давайте тогда для всех сделаем экзамен 27-го. Но если это очень плохо, то можно будет подумать о каком-нибудь другом решении. Вот. Хорошо. Еще вопросы?
Хорошо, ну все тогда на сегодня. Спасибо, до свидания. Да, до свидания. До свидания. До свидания.